Так, ну що, повертаємося. Як і казали, буде бадьорий ранок. І, як я казав на початку ефіру, локдаун. І наступає 21.00, я йду до холодильника і їм все, що от прям не можна. І реально зараз отримую на горіхи від нашого гостя, імунолога та дієтолога Людмили Гончарової. Доброго раночку. Доброго ранку вам і нашим телеглядачам. Я так розумію, не можна так робити, да? О 9 йти до холодильника і їсти. Ну, если неправильно себя кормить в течение дня, то, конечно, в 9 часов вечера вам хочется кушать. Поэтому очень важно есть в течение дня, через каждые 4 часа. Ну, как бы, и желательно тогда, если некогда, да, сбегать куда-то перекусить, если сейчас локдаун все закрыто, заказ может быть приехать позже, чем вы, да, заказали, то, соответственно, брать из дому для того, чтобы, в общем-то, не быть голодным, потому что иначе организм вас просто заставит открыть холодильник, да, и съесть там все, что там находится. Это правда. Поэтому это один момент. А второй момент, просто нужно знать, что вам можно кушать 21.00, для того, чтобы вы не набрали вес, хорошо себя чувствовали. А от що можна їсти після 21-ї години? Мені як дівчинці дуже цікаво. На самом деле, это легкий белок какой-то. Это может быть сыр тофу, это может быть какая-то легкая рыба запеченная. Ага. Вот, либо это уха, да, либо что-то такое вот индюшка, курочка. То есть что-то такое вот очень легкое с листовым салатом, с зеленью. Но опять-таки нужно смотреть, конечно, вашу генетику, ваши хромосомы, то есть на что у вас есть ферменты, что у вас усваивается для того, чтобы вы вечером могли съесть, да, и на следующее утро проснулись и не только в плюс, а может быть и в минус. Ну, у вас прекрасная фигура просто для того, чтобы всегда стабилизировать свою фигуру и всегда быть в прекрасной форме. Ви знаєте, дякую за комплімент, але це дуже важко дається, і іноді грішу. Я розумію, солодкого взагалі не можна їсти. Ну, это никому нельзя, давайте скажем прямо об взагалі этом. Солодкого навіть не можна? Зранку? Ну, дело в том, что что такое сладкое? Цукор. Ведь, да, это сахар, это химически выделенное вещество из свекольного сахара. Когда-то был голод, да, и люди хотели, в общем-то, ученые накормить как можно больше людей. И сахар – это то, что дает нам настроение, бодрость, энергию, да, но в маленьких количествах. То есть одна чайная ложка должна содержаться во всех продуктах, которые мы едим сахара в день. Да, и теперь мы посчитали, что на самом деле, как бы, да, мы уже однозначно переедаем. Так. То есть это химически выделенное вещество, чистое, ему тяжело с нашими клетками, гораздо, ну, скажем, это приводит просто к ацидозу, если мы переедаем, то есть окислению, да, нашего организма. И, в общем-то, росту патогенной микрофлоры, бактериально-вирусной, грибковой. Потому что если мы не хотим заболеть тем же ковидом, либо вирусом гриппа, либо какой-то бактериальной инфекцией, уйти от хронических воспалительных процессов, пожалуйста, уменьшите уровень потребления сахара, потому что мы, люди, как органические, скажем так, аппараты, да, не умеем такое количество просто усваивать углеводов по определению. Слухайте, ну я навіть не знаю, що робити, тому що я солодке, і я це одне й те ж. Ну, я просто на протягом дня отак. Я думаю, що тобі потрібно знати, чим замінити це солодке для того, щоб отримувати глюкозу. Ну, совершенно верно, тому що на самом деле це хочете не ви, а патогенна мікрофлора, яка вже виросла, і вона, звісно, требує своє. Це наркотик? Виходить, солодке – це наркотик? Да, це наркотик. І, звісно, ну, наркотик в якому плані? Тому що патогенна мікрофлора тоді починає управлять нами. То есть продукты их жизнедеятельности принимаются нашей нервной системой как нейромедиаторы, и они начинают нами управлять. Поэтому нужно просто понять, что если я ем сладкое и никогда не хочу от него отказываться, значит, просто я подписываюсь под тем, что у меня иммунитет будет низкий, я буду болеть различными заболеваниями и так далее. То есть я согласен с этим. Если я не согласен с этим, значит, я как бы узнаю, а как же мне правильно питаться, чтобы уменьшить эту патогенную микрофлору, потому что нужно питаться тем, что усваивают ваши клетки, а не клетки патогенной микрофлоры. Понятно, да? Так. А что едят мои клетки? Потому что то, что вы дали, как бы организм не ест. А что же он ест? Вот это нужно узнать, и тогда вы начинаете питаться для своих клеток, и ваша иммунная система начинает что? Расти, и тогда она уже диктует, что вам кушать. И вы с удивлением видите, что вам не хочется сладкого, а вам хочется нормальных, натуральных продуктов. Мало того, вы еще разбираться начинаете во вкусах, то есть, а это не так, значит, выращено, либо что-то, вот тут вот что-то не то, и я это есть не буду. То есть вы уже начинаете, ваш организм начинает просто за вас решать все ваши вопросы.
тому що вони там роботи. А якщо я зроблю так, що я різко відмовлюся від солодкого, будуть якісь наслідки? Чи можна взагалі так робити? Різко? Ну, знаєте, у нас є така привичка, да, от перфекціонізм називається. От я візьму і як зроблю. Ну, ізрідка це виходить. Не надовго, такі пориви. Да. Тому що це насилля над мозком. Во-первых, як я вже сказала, він приймає ці нейромедіатори, да, патогена мікрофлори, як свої. І він не розуміє, що произошло. То есть для того, чтобы понять, вы должны ему дать замену, то, на чем он реально работает. Тогда у него есть понимание, ага, он кормит меня правильно, соответственно, да, и поэтому есть методика как бы уменьшения сладкого. То есть вы начинаете просто уменьшать в количестве, либо в количестве потребления приема в день. Да, допустим, до этого было 3 приема углеводных в день, там, ну, сладкие булочки, там, варенье с чаем, еще что-то, да, и тут вы переходите с 3 на 2, потом с 2 на 1. Но вы должны понимать, ваш мозг должен понимать, зачем вы это делаете. Потому что если вы, он не понимает, ведь от того, что вы употребляете сладкое, вам-то становится хорошо. Да. Пусть на 20 минут, пусть опиоидные рецепторы работают недолго, но мозг ваш запоминает, и он не понимает, почему вы уходите от того, как вам было хорошо. Потому что когда вам плохо, он вспоминает это, да, и говорит, съешь, пожалуйста, вот это мороженце или попироженое, которое, да, тебе после него так хорошо. То есть он должен, это же компьютер, он должен понимать. Поэтому для этого вы должны знать, а какой сахар у вас усваивается, а в каком количестве. Соответственно, вы тогда это делаете потому что, и мозг понимает, ага, ну вот потому что, вот по анализу мне там больше 30% не усваивается углевод. Соответственно, я ем вот столько-то. И тогда вы и оздоравливаетесь, и вы психически чувствуете себя комфортно. И вам тогда, ну, вы видите просто результативность. Человек никогда, он не понимает, зачем, когда он не видит результата, да. А он просто чувствует страдание, потому что первое время ему, ну, немножечко дискомфортно, признаемся честно. Це як кажучи. Да. Давайте так. Да. Якщо я не з'їм щось солодке один день, то все, це гайки. Заберіть у хлопчика цукерку, да. Побачите, що буде. Да, то есть раздражение на самом деле, правда же, да? Да. То есть возникает раздражительность, озлобленность, да, потому что... И человек должен понимать, зачем. Поэтому нужны анализы, нужно понимание, а как же работает мой организм на самом деле? Ведь мы на самом деле-то знаем, как работает наша машина, так. Как работает стиральная машина, в конце концов, как работает даже утюг. Но мы же его включаем, розетку, перед тем, как погладить вещи, и не удивляемся, но почему он без розетки не может работать. Ну так. Вот так и мы. Да? Так. То есть не делать того, чего не надо делать, и тогда твой аппарат, в котором ты ездишь, да, получаешь удовольствие от жизни, и, в общем-то, можешь позволить себе практически все, что ты хочешь. Давайте его просто будем содержать в том виде, действительно, в котором, ну, вам будет комфортно в нем жить, да, то есть в собственном теле. То есть нужно понимать законы его функционирования. Боже, так, як це все взаємопов'язано? Я навіть не думав ніколи. Отсюда и удовольствие, и сексуальная активность. Потому что, признаемся честно, ну, когда мы просыпаемся с утра, и нам ничего не хочется, ну это же ужасно. Это дуже погано. Да, дуже. Да. То есть неправильное харчування цьому может быть причиной запросто. Это не может, это однозначно да. Потому что начинаем с неправильного питания, потом идет рост патогенной микрофлоры, воспалительные процессы, снижение уровня гормонального фона, и вот это вот просто потихоньку у нас эта ситуация, ну, как бы накапливается. И потом, конечно же, снижение иммунитета, и мы думаем, поем чеснок, подниму иммунитет, но от этого иммунитет не поднимается, потому что иммунитет — это клетки, которые рождаются от белка, но никак не от чеснока. Тобто важливий білок в організмі? Очень важный, да, потому что мы белковые тела, у нас все клетки создаются из белка. Якщо так, тоді сніданок творогом – це ідеальний сніданок? Не всегда, потому что там содержится углевод лактоза. Ага. Да, а лактоза, соответственно, а усваивается ли она? А в каком она количестве, да? Как часто мы можем его употреблять? И вот так вот начинает, потому что мы биохимические тела, мы состоим из вот этих вот, вся еда, которая у нас заходит, это либо структурный материал для клеток, либо яд, который, в общем-то, нам вредит. Нам очень важно понимать, на чем строится наш организм, что он принимает. Поэтому не творог, а может быть тогда, то есть те продукты, которые не содержат, либо минимально содержат углеводы. Да? То есть это то, что я сказала, кушать на ночь. Это вот те же продукты, рыба, морепродукты, мясо, субпродукты, сыр, тофу как заменитель. Да? То есть продукты, яйца те же, да? Которые содержат максимально. Максимальное количество белка,
минимальное количество жира, ну, холестерина в таком, ну, как бы насыщенном виде, да, то есть не сало с утра. Сало, если хотим, то в обеденное время тоже с листовым салатом, с конопляным маслом можно и нужно, потому что это чистый холестерин, который работает на наши клеточки, он работает на восстановление нашего гормонального фона, потому что какие-то гормоны вырабатываются из белка, какие-то благодаря жиру, поэтому мы должны эти ситуации поддерживать и понимать, а как у нас усваивается холестерин. То есть утром лучше вот так вот, да. Но если мы хотим, и у нас усваивается лактоза, то почему нет? Да, можно и творог с лактозой. Угу. Либо безлактозный. Сейчас есть продукция наших украинских производителей безлактозных. За якими симптомами ми можемо зрозуміти, що лактоза не засвоюється? Никак. Окрім аналізів, так? Конечно, потому что, ну, головная боль. Ну, а чего может быть головная боль? Причин может быть множество. Дискомфорт, повышение уровня тревоги. Та же психологическая, как бы, да, вот такая вот, скажем, неудовлетворенность жизнью, угу, либо депрессия может вызвана быть в том числе и лактозой. Поэтому очень важно, да, понимать, какие продукты у вас усваиваются, какие углеводы у вас усваиваются, какие жиры это усваиваются. И это, по сути, наука, да, которая, в общем-то, предназначена лично для вас, потому что у каждого человека свои обменные процессы. Да. У кого-то, да, допустим, у супруги лактоза, да, а у супруга нет. Ну, и такое бывает. А я чогось завжди думав, що дієтолог — це людина, яка може там, ну, знаєте, є одна дієта, і от вона корисна для всіх. Виявляється, що все індивідуально і кожному своє. Конечно. Я хотів запитати, а які продукти можуть спричиняти постійну втому? Это то, что, к сожалению, создано руками человека, рафинированные продукты, так называемые. То есть это, допустим, мука первого сорта, высшая, и из нее хлеб получается такой мягкий, да, багеты, как мы любим французы, особенно насмотревшись фильмов, да, французских. А вот это, к сожалению, чем реже вы будете употреблять, как лакомство, тем лучше, потому что для организма это нагрузка. Это полностью не натуральный, скажем так, продукт, потому что там очень-очень мало витаминов и минералов, поэтому усвоение или, скажем, выведение этого продукта из вас, организм тратится самостоятельно. То есть, грубо говоря, вы платите своей молодостью и здоровьем за то, что вы съели багет. Ого. Поэтому понимаете, а восполняете ли вы, да, объем этих витаминов, минералов в течение дня. То же самое касается это маринованных продуктов, солений, да, джемов. Вы сегодня бьете по найсвятішому. Усе найсмачніше, розумієш? Да. Но Украина занимает ведущее место по смертности из-за неправильного питания. Но должны же мы в конце концов это признать, принять и начать что-то менять в своем рационе. Mm-hmm. Потому что ведь смотрите, когда мы садимся всей семьей за стол, за что мы, в общем-то, пьем, как правило, да? За здоровье. За здоровье. Ну, да. Но очень важно, ведь видя всех своих родных и близких, видя их как можно дольше за этим же столом, да? Общаться как можно дольше. И вот, ну, просто есть вещи, которые мы поменять не сможем. Организм не будет употреблять соленые маринады, консервацию, как родное. Ну, просто по определению, он на нем не работает. Да, жаль. Да, и мы, получается, ну, что теряем? Здоровье, да, мы теряем близких. Мы начинаем задумываться о том, что мы кого-то потеряли только после трагедии. Зачем? Ну, зачем, если мы можем каждый день двигаться как бы вот к норме? Когда мы, конечно, смотрим на итальянцев, на французов, мы смотрим большое количество вина, да, тех же багетов и так далее. То есть вы в Италии просто не найдете другой завтрак, как кроме чашки кофе с круассанами. По определению, они так завтракают всегда. Но там немножко другой климат, другая минерализация воздуха. Они могут для себе этого позволить. Это может быть не так шкідливо. Это, конечно. У нас просто немножечко другая ситуация. И если бы мы с вами жили в другой минерализованном, да, и мы бы могли бы позволять себе какие-то моменты. Поэтому просто нужно понимать... А як же ж український стереотип? Сало з часником і вперед. Сало з часником прекрасно. Це дуже корисно, без хліба. Ну, конечно, ну почему нет? Ну это же это тот продукт, который даёт нам молодость. Да. Вопрос просто в том, что без хлеба. Да, и как бы как мужчины добавляют и рюмочку водочки. Да, то есть вот просто без водочки, с листовым салатом, с огурчиком свежим. Это очень вкусно. Заправьте его конопляным маслом, есть прекрасные украинские производители. И это вкусно, это дает и молодость, и силу, и энергию, потому что нам дает энергию не углеводы, а жиры, которые на нас начинают работать. Это очень важно. Если нашему мозгу не хватает сахара, он сам производит, может, фруктозу. Клетки мозга могут самостоятельно
обязательно производить фруктозу. Поэтому не надо бояться, что вот вы сейчас прям там себя как-то так ущемите в плане углеводов. Просто, ну, действительно, у нас клетка в огромных количествах углеводов не может употреблять. Так, до речі, пані Людмило, я читала, що український борщ – це ідеальна взагалі страва, яка містить усі необхідні мікроелементи. Тобто там є там і овочі, так, там є м'ясо, там є сметана, яку ми додаємо. Тобто всі найкорисніші елементи. Це правда взагалі? Ну, не совсем так. Все зависить, опять-таки, от ваших обмінних процесів. Не для всіх? Не для всіх, да. Тобто ми повинні розуміти, що вітаміни в основному, вони водорозтворимі. И при термической обработке они теряют свою биологическую активность. Ага. И в основном сохраняются жирорастворимые витамины. Это витамин А, Е, да, допустим, вот бета-кератиноиды, которые находятся в овощах, да. В свекле, там, моркови, да. Но что дальше? То есть, если мы хотим приготовить борщ, старайтесь вот не зажаривать, да, вот там, потому что как только мы растительное... Без зажарочки. Да, без зажарочки. Да, потому... То есть, просто там моркву, цибульку и кидать ее сразу. И, допустим, с фасолью, потому что с бобовыми, да? Да, то есть вот это вот еще куда не шло. Вопрос просто в том, что не у каждого человека расщепляются соединения белков с углеводами. Это мясо, допустим, и морковь, которая содержит фруктозу, да. Свекла, которая содержит фруктозу, тот же лук. Во Франции это вообще считается фруктом. Лук. Да, лук, потому что он сладкий, он содержит сахара. Я просто ніколи його не любив, тому для мене ну, це вот якось і хорошо. Да, і просто вопрос в том, что да, усваивается ли нет. Поэтому если есть сердечно-судистые заболевания, избыточный вес, то, соответственно, у вас, скорее всего, не будет такое расщепляться, да, соединение. Mm-hmm. Попробуйте просто мясо заменить бобовыми, фасолью. Она да. Бывает разная, ведь черная, красная, белая, даже чечевица, да. Тобто це як пісний борщ, да, так? Зараз, да. До речі, піст, ми всі можемо готувати піст. Борщ, він набагато корисніший буде. От які... Ну, в общем-то, да. Я не могу сказать, что набагато, но однозначно это будет гораздо лучше. Да, да, да. И пользуйтесь зеленью, потому что зелень – это просто кладезь витаминно-минеральных да. комплексов, который дает возможность и усвоить и мясо, да, и те же бобовые, которые сейчас заменили, да, на мясо благодаря посту. Да, и употреблению рыбы, тоже морепродуктов. Плюс это клетчатка, да, которая самостоятельно нам помогает в работе кишечника. То есть просто меленько нарезаем и добавляем в любое блюдо, и это просто витаминно-минеральный комплекс сразу. Вот так вот. Ну, коротше, вдарили по найціннішому сьогодні, по солодкому. Ну, добре, буду відмовлятися. Проте мене цікавить одне питання. Я по своїй натурі дуже багато п'ю води. Да. Як правило, я її мінералізовану п'ю, але останнім часом почав пити сиру воду. Сколько потребно ее для нормального функционирования организма пить? Хороший вопрос. Если мы живем на территории Украины, то есть еще раз как бы оговариваюсь в том, что если мы живем возле моря и океана, это одна, это один литраж, это 30 миллилитров на килограмм веса. Ну, если у вас красивая фигура, все хорошо, да, у вас нет избыточного веса, и поэтому... Но если мы живем в Украине, это 40 миллилитров на килограмм веса, да, плюс литр для работы кишечника. Если есть избыточный вес, то 50 миллилитров, и если есть какие-то хронические заболевания, 50 миллилитров. Для того, чтобы вода, на которой мы, по сути, работаем, так, да, так. Вот эти вот водородные связи, соединения, вот чтобы у нас было функционирование организма максимально ну, классно, да, и мы себя чувствовали хорошо. То есть после нормализации водного режима вы понимаете, что вы начинаете лучше спать, вам не нужны там препараты для того, чтобы уснуть. Mm. Не нужно тяжело просыпаться с такой тяжелой головой. Yeah. То есть вы просыпаетесь легко и непринужденно. У вас хорошее настроение. Это дает вода. Все должно быть достаточно. На ніч перед сном можно пить? Чи краще ні? Там, за декілька годин до сну не пити? Ну, конечно, можно. Вопрос можно. Просто в том, что отечность, которой вы yeah. просыпаетесь с утра, это говорит о том, что есть проблематика с органами малого таза. То есть ага. есть проблемы там, и тут воспалительные процессы, и поэтому это говорит о том, что вы и неправильно едите, и не тот литраж выпиваете, то есть для этого нужно время, чтобы нормализовать питание, потому что если только водой, ну только водой мы вопросы не решим. То есть отеки – это либо хроническая аллергизация и, конечно же, воспалительные процессы. Угу.
Слухайте, наскільки я зараз запевнююсь у тому, що ми те, що ми їмо. Це правда. Да. Все на лиці. Так, усі наші і шкідливі звички, і корисні, усе видно одразу. Сьогодні у нас була дієтолог Людмила Гончарова, і імунолог, і дієтолог. Я думаю, що ви надихнулися і зрозуміли, що потрібно пити і їсти, щоб це було дійсно за здоров'я. Особливо в карантин, друзі, коли сидимо вдома, коли тільки те й робиш, що встаєш з дивана, йдеш до холодильника, будь ласка, будьте обережні, думайте про себе. Так. От ви тільки не думайте, що наші експерти просто так усе все розповідають, і наші гості приходять, аби просто ви на них помилувалися. Ми хочемо, щоб ви навчалися, брали для себе корисну інформацію і взагалі насолоджувалися життям. Ну, бігом підписуємося на наш YouTube-канал, правда, тут, там всі інтерв'ю з експертами. І найголовніша умова – не забудьте увімкнути дзвіночок. Дзинь-дзилінь! Дзинь-дзилінь!